Сегодня 3 мая. Вот такое вот красивое граффити на жабьих долах. Здесь из-за... Сегодня 3 мая. Мы выбрались на природу. Сегодня 3 мая, день 3 мая, день Конституции, вообще-то праздник. Первая Конституция в Польше, которая была написана в 1700 каком-то году. Вот первая Конституция была принята в США, а потом наша, польская. А еще вчера был день польского флага. Ну и сегодня мы выбрались. Вот выбрали прям погоду, ну как всегда. Мы либо за грибами в 3 часа дня выезжаем, либо на природу, когда дождь идет. Сейчас дождя нету. Мы на жабьих долах. Вот лебеди плывут к нам. Думают, что у нас есть хлеб, но у нас хлеба нету. Вообще хорошо. Народу мало. Обычно здесь только народу много, рыбаки. Сейчас в связи с этим непонятным. Ну, то есть понятным, конечно. Положением народу нет. Но вообще-то сегодня просто холодно и дождь. Вот этот комплекс Жабьи долы, он находится, половина его на стороне Бытома, половина на стороне Хожева. Вот там, где на стороне Бытома, все дорожки заасфальтированы. Все так сделано, аккуратненько, очень удобно гулять. Ну вот эта дорога всегда была заасфальтирована. А вот эта вот часть Жабьих дол, она на стороне Хожева. И нифига не заасфальтирована, и там один камень, щебенка. А вообще вот по этой дороге раньше была железная дорога, да, Кость? Да. И ходили вагонетки. Как... А что здесь было? Я все время... Отвалы какие-то, да? Уголь возили. Ну, короче, здесь копали уголь. Может быть, шахты, рудники. И перевозка всякая была. В общем, такое интенсивное грязное место было. А теперь здесь очень хорошая такая природная. Природный, ну, можно сказать, что небольшой заказник. С очень большим количеством птиц, с большим количеством растений. И со свежим воздухом. Вот такое вот красивое граффити на жабьих долах. Здесь изображена жаба. Хорошо, что ее никто не портит. А вот здесь вот, супротив, вот такая вот красавица. Я не знаю, может быть, это потом жаба превращается в такую царевну-лягушку. Но почему-то уши нарисовали такие большие. Смотри, вон чего. Вон там. А вот еще. Такая жаба. Только протекает это он. Ну а так и... Да, ну а так, в общем-то, красиво, конечно, да, сделать. Жаба несет царевне лягушки все свои богатства. Для птиц даже специальные островки сделаны, чтобы они там размножали, чтобы они там сидели, яйца выводили. Вообще птиц здесь очень много, и такой гомон стоит птичий. Вот если слышно. Раздолье для орнитологов. Вот еще отцветающее. Что это? Яблоня, вишня. Ой, так хорошо, но правда немножечко холодно. Обычно в это время у нас так тепло, весь народ выезжает на природу, грилюют всеми семьями, сидят, загорают, на солнце греются, пиво пьют. Но в этом году что-то холодно, хотя обещают очень-очень жаркое и сухое лето. Жалко. Вообще у нас уже с завтрашнего дня
открываются торговые центры, по-моему, кинотеатры или что-то, библиотеки, там музеи. Ну, короче, жизнь потихоньку начинает входить в свое русло, и я считаю, это правильно, и уже хватит со всеми этими карантинами. Пусть люди носят маски, сохраняют дистанцию, и все будет нормально. Уже слишком, конечно. Пора все это дело прекращать. А на природе просто великолепно. Просто великолепно.